Это реклама препарата Кагацел, без преувеличений и двойных смыслов. Ведь он уже с первых суток приема начинает снижать выраженность симптомов гриппа и ОРВИ, независимо от типа вируса, и помогает сокращать длительность заболевания. Поэтому Кагацел – высшая противовирусная мера. А это упаковки Кагацел. Вы легко можете найти их в аптеке. Всем привет, меня зовут Марина, и в кадре со мной Сергей. Многие из вас спрашивают: Марина, скажи подробно, чем занимается Серега, потому что я периодически на свой канал снимаю видео, показываю ремонты, и вообще многие не понимают, что это такое, чем он занимается, и мы решили снять такой ролик, да, подробно. Да. Серега согласился, поэтому обязательно ставим лайки, потому что я его уговаривала 2 года. Вообще, начало ролика будет в виде интервью, я буду задавать Сереге вопросы, он будет на них кратко, но ясно отвечать. Угу. Готов? Да, готов. К расстрелу. Так, ну и первый вопрос, чем ты занимаешься, твой вид деятельности и как давно? Помимо риэлторской деятельности, мы с партнерами занимаемся флиппингом. Флиппинг – это покупка чаще всего разбитой недвижимости, в нашем случае это квартиры, ее ремонт, обстановка и последующая скорая перепродажа с целью получения прибыли. Вообще флиппинг зародился в Америке. Там не квартиры, а именно дома покупают в убитом состоянии и переделывают. Да? Флиппинг переводится с английского как? Переделка. Перевернуть, переделать. Да, флиппинг это перевернуть. Да. То есть именно все это. А мы дополнили еще и продать. Перевернуть, переделать и перепродать. Да, и заработать на этом миллиарды. В общем, корни растут из Америки. Как давно ты этим занимаешься? Какой у тебя стаж? Ну, касаемо риэлторской деятельности, более 10 лет, а флиппинг мы с партнерами занимаемся, ну, около 5 лет вообще. Бывали какие-то перебои в этой сфере, то есть мы другие проекты делали, но, тем не менее, к этому возвращаемся, потому что это выгодно, интересно и это вдохновляет. Самый главный вопрос, вот как выбрать квартиру? На что обратить внимание? Какие основные моменты? Ну, в каждом городе критерии выбора будут разные. Если касаемо Питера, то близость к метро, средний этаж, чтобы была либо лоджия, либо был балкон. Если брать, допустим, двушку, трешку, раздельные комнаты, либо это, чтобы была возможность перепланировки. И цена однозначно должна быть чуть ниже рынка. Такие квартиры есть на рынке? Есть. Дело в том, что есть немало таких квартир, но многие варианты с рискованными документами. То есть тут вот надо понимать, что приходится отказываться от хороших, очень заманчивых предложений, потому что документы не проходят нашу юридическую проверку. Mm-hmm. А так как я риэлторством занимаюсь более 10 лет, то перечень вот этих критериев, по которым мы покупаем квартиру, он очень большой. Ну, например... Что точно нельзя брать? Могу рассказать пару вариантов, которые с нами произошли. Первое – это покупка квартиры со свежим наследством и еще и по доверенности продают. То есть тут мы отказались покупать, потому что были определенные риски. Продавец был, так сказать, очень пожилой. Угу. На самом деле долгая история, но вот это первый вариант, который я бы не стал рассматривать. Второй вариант – это частая перепродажи, то есть частый переход права собственности в короткие сроки, ты начинаешь распутывать этот клубок, где-то дарение было, где-то занижение в договоре с целью избежать налоги. И вот это тоже очень возникает много сомнений, стоит ли с такой недвижимостью связываться. Некоторым это не принципиально, но мы не рискуем. Понятно, что можно на таких квартирах побольше заработать, но можно и прогореть. У меня есть знакомые флипперы, которые... Это реальная история, реальный кейс. Они купили квартиру по доверенности как раз. И было, ну, неважно, право собственности как возникло. Mm-hmm. Вот, они купили по доверенности, и в итоге на них подали в суд на оспаривание сделки, и они проиграли этот суд. Mm-hmm. И они лишились и недвижимости, и денег. То есть, ну, возврат денег им должны были сделать, но мы же знаем, как у нас возвращаются деньги, как люди возвращают эти деньги. Поэтому действительно для того, чтобы вот этим заниматься, то же самое покупать любую квартиру, необходим действительно квалифицированный специалист, который понимает, что можно брать, что нельзя брать, где можно рискнуть, где лучше оставить это другим, так сказать, людям. Мат-капитал, прописанные дети.
Все это тоже нельзя? Нет, почему? Это все можно. Просто должно делаться все по определенному сценарию. Если люди не соглашаются на этот сценарий, ну, сами продавцы, риэлторы, то тут уже возникает вопрос, стоит ли с ними связываться, либо нет. Если ты не договариваешься, просто с опытом ты уже минимизируешь. В общем, с опытом ты минимизируешь риски. Вот так как у тебя опыт работы более 5 лет в флиппинге, хочется задать вопрос. Были ли такие квартиры, с которыми ты ушел в ноль, либо в минус? Занимаясь флиппингом в Питере, такого не было. Было такое в моем родном городе, первая квартира, я очень хорошо помню, мы тогда не имели никаких знаний необходимых, и нам никто не подсказывал, как это сделать вообще. И видео на Ютубе тоже особо не было, так сказать, обучающего, каким образом действовать, что покупать, что не следует покупать. И вот мы как раз-таки купили на первом этаже однушку, и с ней немножко из мы... Из балкона. Которые ты уже перечислил, да. Вы именно такую квартиру выбрали. Да, купили, и вот на этой единственной квартире мы ушли в небольшой проминус, очень небольшой, там, ну, вообще, не стоит обращать внимание, но это было. Я думаю, многих интересует вопрос, вилка сроков. То есть, например, вы покупаете квартиру, получили документы и продаете квартиру. В среднем какой это срок? Ну, цикл от покупки до продажи, так как сейчас, допустим, у нас ситуация в России меняется, не очень, да, не очень лучшую сторону. Допустим, взять ипотека, если была она там по 9%, можно было взять на год назад, грубо говоря. Сейчас 17%. Соответственно, покупательский спрос упал, и покупателей потенциальных намного меньше, но хорошая недвижимость уходит всегда. Поэтому, если брать среднее, то это от 2 до 5 месяцев. То есть 5 месяцев – это максимум, за сколько мы продавали квартиру от момента, когда мы вкладывали деньги, до вывода денег. Ну, в среднем 3-4 месяца. Ну, да, 3-4 месяца, ну, от 2 до 5. То есть все зависит вот от времени, которое у нас сопутствует нам. От ремонта, наверное, да? Если там двушка, трешка, то дольше делается ремонт. Да, да. Праздники, вот сейчас вот эта квартира, на которой мы сейчас присутствуем, все затянулось более чем, да, на недели две могли сократить этот срок, потому что были новогодние праздники. Кстати, по поводу этой квартиры обязательно смотрите видео до конца, там будет ремонт до, ремонт после, и также Сергей расскажет уже на своем канале, во сколько обошелся ремонт двушки? Сколько квадратов? 46 квадратов. 46 квадратов. А стоимость материалов, кухни. В общем, все цифры будут уже на его канале. Да, сколько мы заработали, сколько потратили, сколько составил налог и сколько процентов. Про налог. Платим налог. Про налог. Не занижаем стоимость квартиры. Платим налог. Налог однозначно платим, налоговая ставка 13%, доход минус расход. Это если физлицо? Если физлицо. Не можем не затронуть тему ремонта. Ремонт – дело такое нестабильное, все зависит от рабочих. Где находим руки профессионалов и с какими трудностями вы столкнулись при ремонте? Ну, такой самый яркий, наверное, пример, потому что, ну, вы вроде бы приходите, покупаете квартиру, ну да, старые, убитые, а потом, когда начинаете вскрывать полы, еще что-то, то могут вылезти всякие скелеты из пола. Выбегут. Ну, короче. Муравьи, тараканы, клопы. Кстати, какой процент вы покупаете квартиры именно с жильцами? Ну, я имею в виду не прописанные люди, а я имею в виду тараканы, клопы. Насекомые. Ну, что касаемо насекомых, процентов, наверное, 70-80 квартиры приобретаются там, где уже есть постоянные жильцы, и мы у них гости. Наверное, 7 из 10 квартиры... Приходится, в общем... Обрабатывать все, да? Ну, обрабатывать, да, и после ремонта уже никто не остается. Из них не было такого, чтобы был сделан ремонт, и кто-то когда-то был замечен. То кроме одного случая? Один случай был, это мы решили сэкономить, купили плиту через доску объявлений Авито. Все нормально, хорошие были продавцы плиты. В итоге мы, когда привезли ее, открыли, оттуда вылез таракан. Такое тоже вот случилось. И напугало. Реальный кейс. Мы испугались, потому что здесь даже при покупке квартиры не было ни одного там насекомого. Все так что если вдруг вы покупаете БУ вещи, да. Диван, кстати, очень часто там клопы бывают, матрасы какие-нибудь, подумайте 100 раз, потому что вы можете квартиру завести, ладно, от тараканов, говорят, легко избавиться, от клопов очень сложно.
Поэтому будьте начеку и лучше. Хотя я слышала, что и новые товары со склада иногда привозят тоже. Да, с всякими насекомыми. Да. С какими трудностями можно столкнуться? Ну, то есть самый такой яркий случай во время ремонта. Что такое произошло и, ну, такая проблема? Самая основная проблема – это как бы… Самая основная. Стремная, хотел сказать. Самая основная проблема, с которой мы сталкивались, это неадекватные соседи. Как бы это жестко ни звучало, да, это так. Соседи бывают разные, на нас и прям бросались, и чуть ли там не в драку. Потому что шумели. Ну, конечно, это шум, очень жестокий шум, когда особенно меняется электропроводка, да, все это все. Штробить вот это все, постоянный шум, то есть на протяжении 1-2 месяцев. Конечно, соседи не выдерживают, можно как бы понять, но... Если пришли, то просто поговорили, а не когда на тебя прям бросаются, чуть ли там не с ножом там у вас там и так далее. Ну, с ножом не было, это я так преувеличил. А так, да, действительно, уже залетали там, хотели чуть ли не драться. Понятное дело, что это все решается, урегулируется и полиция, и с помощью разговоров. Ну да, бывает такое. Не часто. Бывают такие случаи тоже у нас было, то, что квартира находилась на предпоследнем этаже, 8-й этаж. Сверху между нами и 9-м этажом была канализация полностью забитая. Я не знаю, как смывали соседи сверху, не знаю, как они жили, но она была полностью забита. И когда люди снизу смывали у себя, то нам поднимался воздух, потому что, ну, некуда выходить наружу. И у нас все булькало вот так вот в унитазе. Мы пытались договориться с соседкой, это было проблематично, потому что она очень была пожилой, не хотела идти на контакт. Но в итоге мы договорились, поменяли. Я могу даже прикрепить видео. Фотографию. У меня фотография есть, насколько труба была забита. То есть там вообще ничего не проходило. То есть еще больше стояло, да, получается? Воняло? Да, попахи, да, да, точно. И воняло. Вот сейчас я вспомнил, где эта же квартира находилась. Все, вспомнил, была вонь, ну, не прям ужасная, но вот ты заходишь, прям канализация пахла, потому что не выходили вот этим. Куда нужно, да. Ну, затор, потому что был, и поменяли бесплатно? В тот момент, да, мы написали там кучу заявлений, как мы умеем, поговорили с управляющей компанией, поменяли нам бесплатно, и ей поменяли бесплатно, и нам, ну, для меня остается вопросом, как она жила. То есть, ну, такой канализации. Нет, ну, скорее всего, может быть, никто ей не помогал, потому что такие вопросы там, советское поколение думает, что нерешаемые. На самом деле все решаемое, надо обращаться, жаловаться, надо писать во все возможные инстанции, и тогда начинают быстро реагировать. Было так, что мы купили квартиру, хорошая квартира, мы хотели с нее очень приличную заработать. Сумму заработать, и двор был разбит вообще полностью в ямах, в огромных прям... Было все разбито. Мы написали управляющей компании, они сказали, что будем делать только тогда, когда там придет какой-то там очередь какая-то, непонятно, ответили расплывчато. Мы написали в прокуратуру, написали в остальные службы, скинули им эти наши претензии, и в течение 3 недель полностью все залатали. Не только наш двор, а дворы еще вокруг. Это реальная история. Это вот, я в самом, кстати, в шоке была, потому что я ездила на машине, у меня машина вот так вот. Ну, ямы были, не знаю, глубиной, ну, не полметра, конечно. И реально поселили асфальт, я в шоке была. То есть можно писать, жаловаться в прокуратуру. Всякие разные службы, да, это да. Зависит от ситуации. Да, так что деньги есть, это не проблема. Меняется. Не вопрос, все-таки флиппинг, сейчас все дорого, материалы, работа. На чем можно сэкономить, а на чем ни в коем случае нельзя? Однозначно нельзя экономить на электрике и сантехнике, потому что как раз-таки в той квартире, которую мы делали первую, мы сэкономили на сантехнике, но так как это был 1-й этаж, не было критично, потому что у нас ночью прорвало трубу, которую мы поставили, и затопило все, включая подвал. Было, да? Да, было дешевое и неправильно установлено. Сами вот. Делали? Не припомню сейчас, вот, но это было. Все, нам позвонили, мы приехали, все устранили, но никаких последствий у нас не было с окружающим миром. Единственное то, что нам пришлось переделывать ремонт, приклеивать обои, там, менять полы и так далее. Как раз все вот это вот наложилось, и мы в минус-то и ушли тогда. Это хорошо, что 1-й этаж, могли бы соседи еще. Да, да, поэтому на сантехнике однозначно нельзя экономить. По поводу того, на чем можно сэкономить, я бы посоветовал на работе.
Экономия на работниках, потому что есть люди, которые выполняют одну и ту же работу за разные совершенно деньги. То есть уложить кафель, ванну с туалетом можно за 100 тысяч, а можно за 300. И бывает так, что за 100 тысяч уложат в разы лучше, нежели за 300 тысяч. То есть искать специалистов. Специалистов искать, не помню, обсуждали мы этот вопрос или нет, что на Авито, на Профи.ру, через знакомых. У нас уже есть сформированная команда, но, тем не менее, все у нас не постоянно в жизни. Люди меняются, уезжают, переезжают, меняют сферу деятельности. И все равно нам приходится, опять же, искать новых спецов. Появляются другие объекты, надо перекидывать. И с таким мы тоже сталкиваемся. А на чем можно сэкономить? Вот я только что же сказал. Еще? На занавесочках. Можно сэкономить, искать материалы по скидке, какие-то фасады даже можно, кухонные по скидке, там технику, какие-то бонусы, кэшбэки. Да, это действительно кажется, что ты сэкономишь там 1 000, а в итоге экономишь 30 тысяч. То есть торговаться... как бы это ни звучало грустно для кого-то, торговаться с фирмами, допустим, фирма по установке окон. Все, ты прямо им говоришь, они называют сумму 200 тысяч, ты говоришь, я заплачу 150, и в итоге вы на 170 договариваетесь. Это реальная история. На потолках, потолки натягивают, говорят, ну, вам натянем там за 80 тысяч, ты говоришь, слушайте, максимум там 65, окей, хорошо. Все, и потихонечку вот так накапливается очень хорошая сумма денег, которую ты потом, соответственно, можешь поделить которую ты можешь поделить, оставить себе и поделиться с партнерами, инвесторами. Ну, в общем-то, это такие основные моменты, да, не хочешь ничего дополнить? Эта тема, на самом деле, обширная, ее можно долго обсуждать, но, думаю, для начала, да, для начала хватит. Остальную информацию по поводу сумм всех я расскажу на своем канале. Да, это были такие основные моменты. И сейчас я вставлю вам видео квартиры до, квартира после. И обязательно переходите на Серегин канал. Он расскажет все подробно, все цифры, явки, пароли. Слишком много она обещала. В итоге я запишу видео 2-минутное. И, в общем, ну, основное без воды, однозначно, да, информация там будет. Мы сейчас, Серега, находимся в коридоре, и я просто хочу задать пару вопросов по поводу отделочных материалов, ну, так, вкратце. А основной рум-тур вы увидите у него уже на канале, поэтому обязательно переходите. Расскажи мне, чему именно в таком цвете вы сделали квартиру? Это классический дизайн. Некоторые предпочитают делать что-то такое индивидуальное, но так как мы работаем в сегменте масс-маркет, то нам подходит более классика. Так как если, допустим, взять, натянуть черный потолок, покрасить дверь желтой, либо заказать оранжевую кухню, это будет на любителя, и потенциальных покупателей станет меньше процентов, там, ну, как минимум, от 50%. Поэтому мы делаем классически все, ставим кухню, делаем все красиво, а человек уже заезжает и обставляет ее своим интерьером, делает под себя. То есть для вот этих цветов подойдет любая мебель. Все светленькое, светлый ламинат, светлые двери, черные ручки, черно-белое, в общем. Плитка, черно-белый мрамор, так сказать. Инсталляция, да. Навесная. Да, можно висеть. Почему вы решили провести сюда стиралку, а не поставить ванну? Был вариант объединить ванну с туалетом, поставить стиральную машинку, на нее раковину, но совмещенный санузел мне кажется не очень рационально, когда это двухкомнатная квартира. Двушку, вот как купили у нас семья, двое детей, если это было бы совмещенный санузел, не очень было бы удобно. Поэтому мы стиральную машинку поставили сюда, здесь будет, я так предполагаю, можно сделать очень хорошую зону хранения, очень рационально. Угу. Так, ну, я предлагаю пройтись на кухню, потому что комнаты, в принципе, пустые. Я вам сейчас ставлю кадры, да, ну, комнаты и комнаты. Правильной прямоугольной формы, квадратной. Вот, мы находимся на кухне. Кухня сколько метров? Кухня 7 квадратов. Кухня 7 квадратов. Казалось бы, да, маленькая, но смотрите, какой встал кухонный гарнитур и даже огромный холодильник. У меня самый главный вопрос. Кто купил эти потрясающие дизайнерские стулья? Это совместное решение дизайнерское, которое было принято большим количеством людей. То есть ни одна голова работала над этим вопросом. Сколько стоит полностью кухонный гарнитур, фасады, отдельно, получается, техника и стоимость работ, ну, так вкратце. Сама кухня стоит
порядка 100 тысяч. Вот такая кухня хорошая. Какая фирма? Фирма Hof. С доводчиками. Техника еще около 100 тысяч. И установка этой кухни порядка 25 тысяч. Скорее всего, она обошлась около 240 тысяч. То есть не 220, 225, а 240 тысяч. Не под заказ. Или все-таки под заказ что-то делали? Это готовые модули. Где-то выпиливалось, что-то доделывалось. Но это уже делалось самими работниками. Еще нужно учитывать, что, допустим, установка одной техники стоит 2600. То есть некоторую технику мы устанавливали сами. То есть это ничего сложного в этом нет. Это дел на час. Ну, допустим, даже вот за вот эту, за две техники отдали бы 5-6 тысяч. А так установка, подключение, да, так мы сами это сделали. Это тоже надо учитывать, прибавлять к своей стоимости. Бытует мнение, дизайнеры сейчас говорят, что мрамор выходит из моды. Что ты хочешь сказать на этот счет? Потому что у вас тут все в мраморе. Я не могу ничего сказать точно. Намыло! Дизайнеров намыло! Напишите, кстати, в комментариях, как вы считаете, мрамор хорошо смотрится или уже пора его заменить? То есть сначала была плитка кабанчик очень популярная, сейчас вот мрамор, и говорят, что уже пора его чем-то заменять. Ну, жду ваших комментариев. Я жду тебя в кадре. И задать Сереге самый главный вопрос. Ты доволен результатом? Да, я доволен результатом. Я бы сейчас, конечно, рассказал суммы, которые мы получили, чистую прибыль, но это я уже сказал на своем канале, поэтому никаких спойлеров. Да. А так, в общем, да, это хорошая прибыль, хорошая квартира, хорошая локация. Специалисты нам делали наши знакомые, очень все хорошо сделали, никаких вопросов к ним нет. Продалась квартира также за один день, двое покупателей было, реальных двое покупателей, которые готовы были внести деньги, и мы выбрали одного из них по своим объективным причинам. Поэтому да, все да, хорошо. И еще такой вопросик. Вот каждый раз, когда вы делаете квартиры, да, все-таки время идет, ремонты меняются, нужно идти в ногу со временем. После вот этого объекта вы бы хотели что-то добавить в свой ремонт или что-то убрать, что вам, допустим, не нравится, чего вы хотите отказаться? И, допустим, кухню, мы бы добавили там подсветку. Сейчас один из объектов у нас делается параллельно, и там мы уже на этапе завершения кухни. Там подсветка. То есть это реально стильно, классно, смотрится вообще здорово. Еще бы я добавил скрытые карнизы. Это при установке натяжного потолка сразу, чтобы шторы шли прям, в общем, с потолка. Это выглядит тоже очень здорово. Стильно. Кстати, я оставлю фотографии, я на своей квартире буду их делать, кстати, да. Вот. Потом я бы сделал некоторое освещение по-другому. Это вы увидите в других моих роликах. Вот, и обстановка квартиры тоже немножко бы поиграл. То есть здесь полностью квартиру будет обставлять уже покупатель, но тем не менее одну комнату я бы хотел бы обставить, посмотреть, как это будет выглядеть под такой тоже нейтральный стиль. В общем, добавить мебель. Да. Ну, в общем, на этой ноте мы закончим этот ролик. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на Серегу, точнее, переходите на видео, где Серега рассказывает все-все подробности. И спасибо всем большое за внимание. Поддержите пальчиками вверх, потому что мы старались. И всем пока. Пока. Я боюсь. На самом деле. На голову не будет падать? Нет, там все так нормально. Да, и тут, короче, есть жильцы. Серега говорит, что тут есть тараканы. Вот. Тоже такая кладовочка. Так, блин, не пугай меня. Ну и где твои тараканы? Ты сказал, будешь шок-контент. Ну, я думала, шок-контент поснимаю, ты меня обманул. Надо было раньше приезжать, когда мне еще есть чуть-чуть делать. Вот такая вот квартира. Представляете, в каком убитом состоянии? Так они снимают. Саня? $200, прикинь, это мы поздирали, и это было написано. Да ладно, под обоями? Да. Саня, $200? Надеюсь, что это девушка нарисована. Ладно, не девушка, ну или парень, не знаю. Ну, похоже на девушку. Это что такое? Нету тараканов, я реально думал, сейчас поснимаю контент тараканей. Куда они все убежали? Здесь они все были. Ой! Бля! Сейчас, погоди.
Жесть! Вот, видишь, голубиное лицо. Да, я его не стал куда девать, типа. И они сюда прилетают? Да. А здесь раньше вообще была тусовка. Да. В общем, давайте я его поснимаю квартиру. В общем, вот балкон. Лоджия. Балкон закрытый, да? Вот такая вот комната, кстати. Комната большая, мне кажется, метров 17, да? До и после. Что тут? Ага. Это паркет, лаги, и внизу бетонная плита. Сколько лет? Квартира 85, дом 85-го года. Собственно, я думаю, что это как сдали, наверное, да? Так ремонт не делали. Тут коридор вот такой. Кладовка. Можно под гардероб сделать. Туалет, ванна, кухня и комната. Такая квартирка. Форточки такие, как раньше делали. Такая вот. Состояние, конечно, не очень. Пахнет так неприятно. Ну, старостью какой-то. Сыростью, грязью, вони какая-то, фу, ужас.